Готовлю закуску из слоеного теста с картофелем и грибами. Приготовление такой закуски не займет много времени и сил, а начинка будет изумительно сочетаться с хрустящим слоеным тестом. Выпекать я буду в своем любимом помощнике на кухне, в гриле «Ниндзя». Для начинки обжариваю шампиньоны с зеленым луком и кладу специи по вкусу. Отварной горячий картофель заправляю сливочным маслом, солью и хорошо вымешиваю. Начинка будет готова. У меня квадраты уже размороженного слоеного теста, и стол, самую малость, я присыпаю мукой. Каждый квадрат теста складываю пополам, с помощью вилки соединяю края и затем собираю их гармошкой. Затем раскрываю их и формую такие лодочки. Подготовленные лодочки хорошо смазываю яйцом, удобно это делать вот так на весу, и затем складываю в корзину от гриля. Выкладываю начинку из картофеля и хорошо ее разравниваю. Сверху картофеля положу начинку из обжаренных шампиньонов с зеленым луком. И все закрою кусочками мягкой моцареллы. Гриль ставлю на программу выпечка, температура 180 градусов, время запекания 18 минут, но можно и 20 поставить. Так, все, она сказала, что готова к работе, можно в нее закладывать. Закладываю в гриль, закрываю крышку, и время пошло. Ниндзя отсчитала последние минуты, все готово. Открываю крышку, и кухня наполняется просто волшебным запахом. В итоге получается простая, незатейливая закуска, которая изумительно сочетается начинка и хрустящее слоеное тесто.